Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы будем производить монтаж теплицы арочной. Ширина ее будет составлять 1,5 метра, длина 6 метров. Устанавливаться она будет на брус 100 на 100. Брус мы уже скрутили и положили на фундамент, который залил клиент. Брус встает по внутреннему краю фундамента, чтобы можно было как можно больше взаимодействовать площади внутри теплицы. Ну что, у нас вторая часть монтажа. Каркас мы поставили на брус, закрепили, прогонами скрутили, кинули листы поликарбоната, сверху прокрутили шайбами, снизу пока не стали прокручивать, так как будем еще клеить перфоленту и одевать профиль. Осталось у нас торцы доделать и систему подвязки внутрь установить. Третью часть монтажа мы закончили. Двери доделали. Здесь все докрутили. На двух торцах у нас установлены термоприводы. То есть получается на форточках. Второй у нас торец глухой с форточкой. И тут дверь-форточка. Добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы производили монтаж теплицы арочной 1,5-метровой ширины, 6 длиной. Устанавливалась теплица на брус 100 на 100. Брус ставился на фундамент клиента. Поликарбонат использовался 4-миллиметровый актуаль. Второй торец у нас глухой с форточкой для проветривания. На форточке установлен термопривод. Тут у нас дверь-форточка, и также на форточке установлен термопривод. То есть дверь мы закрыли, и когда температура поднимается в теплице, форточка автоматически открывается. Также были вбиты колья и прикручены к брусу. Внизу была проклеена перфолента и одет профиль. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.